Чистюли и неряхи, как разные знаки зодиака проявляют себя в быту. Каждый человек создает свою собственную обстановку в доме по-своему. Для некоторых комфортным может быть окружение бардака, в то время как другие уделяют особое внимание чистоте, протирая каждую поверхность от пыли даже дважды в день. Этот подход обусловлен индивидуальными потребностями, внутренними ресурсами и характером каждого человека. А знак зодиака также вносит свой вклад в наше отношение к порядку в доме, отражая наши предпочтения. Интересно, что по гороскопу можно понять, как каждый человек ухаживает за своим жилищем и создает атмосферу вокруг себя. Овен, люди, рожденные под знаком Овна, обладают способностью справляться с любыми задачами самостоятельно, однако они предпочитают возглавлять команду, включая домработницу. Телец. Представители знака Тельца, как правило, обладают множеством современных гаджетов и помощников по дому. Но часто они просто лежат на полках, в то время как Тельцы предпочитают уютный диван. Близнецы. Представителям знака Близнецов сложно внушить уборку. Даже если это делается под давлением. И даже это не всегда гарантирует успех. Впрочем, иногда можно встретить и редкие исключения. Рак. Представители знака Рак готовы поддерживать чистоту и порядок, особенно если они видят признание и похвалу со стороны окружающих за свой труд. Лев. Парадоксально, но львы обладают страстью к чистоте и даже стерильности, хотя уборка, кажется, не входит в их список предпочтений. Дева. Их жизнь обычно разделена на две фазы – активную и пассивную. В активной фазе они способны сделать невозможное и избавиться от всей грязи, но в пассивной фазе, вероятно, даже не поднимутся с постели, чтобы помыть свою посуду. Весы. Весы могут взяться за уборку раз или два в месяц, но искренне недовольны, когда пыль и грязь снова появляются. Скорпион. Скорпионы подходят к уборке с вдохновением и рвением, однако если случится что-то, что нарушит их чистоту и гармонию, возможно, вы больше никогда не столкнетесь с их присутствием. Стрелец. Стрельцы считают, что нет смысла тратить время на уборку и другие бытовые заботы, когда можно наслаждаться развлечениями и заниматься любимыми делами. Козерог. Люди, родившиеся под знаком Козерога, обладают высокой организованностью и требовательностью к чистоте. Они ценят порядок и с удовольствием создают его вокруг себя. Водолей. Представители знака Водолея склонны интерпретировать хаос в своей жизни и окружении как творческий беспорядок, не обращая на него особого внимания. Рыбы. Представительницы знака Рыб склонны убираться и приводить все в порядок с любовью и в соответствии с текущим настроением. Не всегда предсказуемо, когда именно придет вдохновение на домашние дела. В итоге, каждый знак зодиака имеет свой особенный подход к поддержанию порядка и чистоты в доме. Некоторые из них предпочитают активно убираться и создавать идеальную обстановку. Другие склонны к небрежности или же находят творчество в хаосе. Все зависит от индивидуальных черт характера, приоритетов и внутреннего баланса. Знание предпочтений и наклонностей своего знака зодиака может помочь лучше понять, как поддерживать комфортную обстановку в доме и соблюдать баланс между бытом и другими аспектами жизни. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.